Здравствуйте, вы смотрите тутор по лечению Бендикам. Если вы при открытии Бендикам на своем компьютере видите надпись «Не зарегистрировано», то, соответственно, при записи видео у вас будет сверху ссылка на их сайт, там bendicam.com. Вот что нужно сделать, чтобы избежать этого. Под этим видео я кину ссылочку на архив, в которого есть кряк. Открываем. Вот. Открываем папочку. KMaker Maze. KMaker. Обязательно запускаем от имени администратора. И пишите любой email. Любой. Полностью. Можно даже на русском языке. Главное, чтобы было собачка. Что-то там. Точка, что-то там. Register application. Нажимаем. Bendicam registered successfully. Все. Это означает, что операция прошла успешно. Открываем Bendicam. Тарам. Все работает. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.